Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я решил пособирать калину. Такой шикарный куст. Такие спелые ягоды. Собираем. Смотрите, какая она. Такая вот калина растет у нас в саду. Каждый год я ее собираю. Варим мы из нее варенье. Варенье очень вкусное. Немного горьковатое. Но я его очень люблю. Покажу вам, как мы его варим. Пройдем сейчас по саду, покажу, какие яблочки у нас растут уральские. Ну, калина в этом году уродилась. Не каждый год она рождается, но в этом году урожай у нее очень сильный. Вот такие яблочки растут, небольшие, ранеточки белые. Они еще не совсем поспели. Сладенькие они такие. Так. И у нас на Урале яблони цветут и плодоносят. Вот наши яблочки. Такая вот облепиха. Ну, в этом году ее не очень много. Очень полезная ягода. Очень хорошие. Целебные тоже. Такие ягодки, но собирать ее очень трудно. Собирал, знает, есть кусты гладкие такие, можно собирать. У нас такого сорта нету. У нас вот такая вот. Такая облепиха. Чудо ягода. И вот такие вот ранечки растут. Они кисло-сладкие, вот их столько много. Можно сок яблочный делать из них. Вот. Чих. Смотрите. Какая красота. Яблочки. Ранеточки. Ну вот и все. Показываю все-таки свою любимую калину. Так я ее люблю. И тут яблочки. Беленькие. Много их. Осыпаются даже. Калинка у нас еще раз. Вот она. Эх, какая супер ягода. Ну, кто варенье не пробовал, сварите. Советую. Это что-то. Лучше всякого. Самое мое любимое. Ну, вот такие вот ранеточки растут. Смотрите, какие красивенькие. Они кисло-сладкие. Вот. Прям так. Мы поедем домой. Будем выбирать ягоды. Варить варенье. Покажу я вам, как мы варим варенье из калины.
оставайтесь со мной, посмотрите наше варенье. Вот я и дома, перебрали мы корзину, такая у нас получилась. Сейчас вот эту кастрюльку засыпем песком, она будет настаиваться ночь, завтра будем варить варенье. А это вот пойдет у нас в морозилку, контейнер. Зимой будем кушать, ягоды полезные, снижает давление. Вот такая у нас корзина. Вот пересыпали песком ее, выделит она сок, потом будем мы варить ее. Покажу вам весь этот процесс. Вот так вот варится варенье из калины на килограмм ягод, 800 грамм сахарного песку. Доводим до кипения, потом, значит, даем ей опять томиться. Так вот несколько раз сахар добавляется, значит, мелкими порциями, раза 3-4. Вот как сварится, покажу вам, какой у нас получится. Ну вот такое варенье у нас получилось из калины. Очень вкусные. Немного горьковатые. Такое колоритное. Рекомендую всем друзьям, зрителям варенье из калины. Растет она практически везде. Время еще есть, можно ее нарвать и сварить. Такое полезное варенье. Ну все, друзья мои, посмотрели мы это видео. Спасибо всем. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир Кузьмин.